ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В ноябре 2021 года Волков тайно похитил из внутреннего кармана сумки, потерпевшей банковскую карту, и продолжает свои преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей, выбирал и приобретал необходимые ему товары в магазинах города Первоуральска, оплачивая их самостоятельно по безналичному расчету данной банковской карты, осознавая, что та является электронным средством платежа и оснащена NFS-технологией, обеспечивающей возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг. Своими действиями Волков причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 2617 рублей 8 копеек. Таким образом, Волков обвиняется в тайном хищении денежных средств с банковского счета.